Первый день в детском садике. Пошли, пошли. Вперед, ура! Привет, Нечка, привет! Привет, 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 ребята! Так, давайте зарегистрируемся. Привет. Николай, Николай. А, он говорит, что можно проходить. Давайте, давайте. Давай. О, смотри, сколько тут детей уже. Будем знакомиться с каждым? Смотри, да, смотри. Давайте с каждым познакомимся. Мне нравится этот никер. Ну, у нас уже расист в компании. Смотри. Ну, мне нравится. А он выпивает немного, смотри, выпивает немного. Так это круто, круто, будете вместе бухать. Да, по ночам, да. А это кто? Я не знаю его имени. Что-то он как-то скрывает его. Это Боливар, Боливар. Боливар? Нифига себе. Игорь, иди сюда. Смотри, кто там, смотри. Мальвин. Мне она понравилась. Мальвин, да. А тут еще одна есть, Альбина. Знаете, что я с этой Мальвиной сделал? Игорь, подойди сюда. Знаете, что я с этой Мальвиной сделал? Вот так вот ее. Вот так. А у меня тут Альбина, смотри, я вот так. Это кто, Гарри? Я был вот этим Джастином, вот так вот. Маркин? Нифига, а мне больше зайчик нравится. У меня такой дома три штуки. Мне нравится бутылка. А вот смотрите, мне мама дала по яблочку, чтобы я поделился с друзьями. Смотри, Игорюша, это тебе, Женечка. О, спасибо. Добрая у меня мама, да? Я Джастину подарю. Мальвине. А тут еще, а давайте мы с остальными поздороваемся и тоже познакомимся. Давайте, смотрите, Василий тут, ему очень холодно, видите, очень. Он обнимашки хочет, смотрите. Давай. А он убегает, где убегает? Смотрите, Петя бородатый. Ребят, у нас в группе переросток какой-то, смотрите. Петя. Бородатый Петя. Смотрите. А мне кажется, у нас музыкант в группе есть. Вот Петя. Ого, он песни поет, да? Я в свои 5 лет такого не умел. Я в свои 5 лет ел только песок. Круто. Прикольно, мне нравится. Мне эта группа нравится. Альбина. Игорь, давай. Так, где моя Мальвина? Игорь, запикапим. Конечно, смотри, а где-то... Я подхожу к Мальвине, говорю, привет, хочешь потрогать мое яблоко? Она что сказала? Ну, видишь, ходит со мной, не знаю, что это значит, но мне кажется, это хороший знак. Пьем. А я тогда Альбине предложу, смотри, какое у меня яблочко, смотри, хоть. Там. Вот ты пикапер, а, братаны, вот она пикапер. Она мне что-то написала о каком-то китайском. Они, походу, не русские. Она встала. Альбина, а ну иди сюда, Альбина. О, вот. Она мне... Смотри, Игорь, мы уже запикапили эту группу, нифига себе. Женечка, теперь твоя очередь, давай. Мой Джастин уже тут весь радуется, бегает, что я с ним, я такая, понимаешь, Женя. Нифига. Джастин уже хочет меня. А мне кажется, нам нужно как-то развлечься. Мне Николай сказал один секрет, что у них тут в детском садике есть телепорт. Так, давайте подождем своих тут. Давай, Альбинушка, иди сюда, Альбинушка. Подожди. Мальвина застряла, помогите! Они просто стесняются немного. Мальвина, я просто смотри, Игорь, как ее нужно, смотри. Ей нужно вот так. Вот так, подтолкнуть, вот так. Подтолкни, вот так, подтолкнуть. Пошли сюда. Где они? Они подойдут. Смотри, туалет, как ты говорил, Ванечка. Да, Николай рассказал то, что у них... Секретный портал. Нифига. Мальвина, ты первая, давай, или нет? Приветики, Джастин, здравствуйте. А моя потерялась. Ну ладно, она придет. Альбину твою? Некрасивая какая-то твоя Альбина. Ну что, давайте? Она прыгнет на счет 3, да? Давайте. Все готовы? Давайте дружно будем считать, все вместе, давайте. Раз, два, три. Куда мы попали? Мой шоколадный друг задыхается! Вытащи! Нет! Мальвина! Жасти! Вот видите, какие они у вас дурынды, а моя Альбина вообще умная. Иди сюда, Альбинушка, иди сюда. Давайте покупаемся вот тут на пляж, мы вообще попали... Пропало, землю-то пропало. Да, Альбинушка, да? Жасти, мой шоколадный друг, вперед! Давай. А куда вы вообще попали? Какой-то аквапарк? Вообще прикольно. Смотрите, какой-то замок, прикольно. Нифига себе. Слушайте, а я тут была когда-то, знаете, тут есть такой тоннель любви. Там нужно выполнять все желания, которые скажет тоннель. Давайте туда сходим, наверное, это интересно. Ну давай, Женечка.
Веди нас. Пойдем. Альбина, Альбина. Вперед. Вперед, ура. Мы обижали. Давай, давай, давай сюда, Альбина. А Джастин, Джастин, камон, камон. Вперед. А, вот это, наверное, Женечка, вот это. Да, 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 вот туннель любви. Туннель любви. Я просто еще фигово читать знаю. Давай, Альбина. Давай. Это потому, что ты в детском садике, ну это понятное дело, да? Ну да. Я поплыла, Джастин, со мной. Давай. Альбинушка, давай сюда. Они тоже знают. Смотрите, первое желание. Следуй зову своего сердца. Следуем зову своего сердца. Ура, Джастин, давай не отставай. Второе желание. Подергай пипунс друга. Мы можем и откажемся от этих заданий. Я не друг, я не друг, я подруга. Я подруга, вот. Вот, Джастину подергай, Игорь. Не-не-не-не-не, вот Эдис, Эдичка. Не-не-не-не-не. Я с ними так еще близко знаком. Давайте вперед. Вперед, ура. Смотрите, дальше. Посмотри на титьки подруги. А ну покажи. Женечка. Женечка. А у вас там Альбина, Альбина. Ну пожалуйста. Игорь, давай его попросим. Смотрите, смотрите. Нифига. Прикольно, да? Вперед, дальше, вперед. Погнали, погнали. Они отстают, они собаки какие-то. Да, они плавать просто не умеют. Возлюбленного. Возлюбленного. Значит, это нужно пацана поцеловать. Я не буду. Альбинушка. Давай. Я стесняюсь. Альбинушка, давай. Альбинушка. Я стесняюсь. Давай. Ну ладно. О, тили-тили-тили. Я тебе. Женечка, Женечка тебе парня нашла. Я ничего не слышу. Их невеста, тили-тили-тесто. Джастин, пойдем, Джастин. У нас уже первая семья есть в детском садике. Да, Женечка, да, Женечка? Когда свадьба, А мы всем расскажем. Нет, вы ничего не Женечка, мы всем расскажем, да, когда дети будут, когда заводить планируете, а? Не знаю. А, Женечка, спалилась. А, уже поздно, Женечка. Свадьбу отмечать будем. Все, что сделано, все сделано, понимаете? Знаете, я так подумала, мне не нравится этот аквапарк. Пойдемте обратно в детский сад. Пойдемте, там хотя бы было очень много игрушек и других детей. Давайте, да, давайте, вперед. Пойдем. Пойдемте. До портала совсем недалеко. Пойдемте. Давайте, они как всегда отстают. А, не, за нами. За нами. Джастин самый первый. Мне кажется, мы какие-то вундеркинды, а эти немножечко тупые. Просто бегают за нами. Джастин самый топовый. А нет, Альбина. Да, не. Альбин моя, Альбинушка. Ну давай, давайте на счет три. Игорь, выходи. Телепортировался. Ну ладно, раз. Давай. Два. Три! Вот мы и вернулись! У Эдички люлька за спиной! Какая люлька? Нет никакой люльки! Есть люлька! Какая люлька? Ты что, совсем дура? У меня плохо действуют вот эти порталы ваши. Вперед! Давайте вернемся. Меня мой шоколадный друг отравил каким-то непонятным зельем. Ну круто, мне понравилось наше путешествие. Да, мне тоже. Мне кажется, нужно будет продолжить что-то в этом роде. Да, ребята, если вам понравилось, то не забудьте ставить лайки, и мы продолжим данную рубрику, потому что нам очень понравилось играться в детском саду. Да, ребята, и как обычно, не забываем подписываться на все наши каналы, ссылочки будут в описании. И также, ребята, не забывайте писать свои комментарии, в комментариях писать свое мнение по поводу данного видеоролика. Мы читаем все комментарии, на самые интересные отвечаем. Да, ребята, всем большое спасибо за просмотр, всем удачи и всем пока. Всем пока. Всем пока, ребята.